Москве шепчет: займи, но сходи на хоккей. И матч какой? Динамо принимает казанский Акбарс. Защищает команды Акбарс. Сейчас опять старая добрая спецбригада с четырьмя нападающими. Галиеву шайбу приходит, он долго готовит бросок, а потом находит передачу на Оделла. Вот, пожалуйста. Но здесь большинство разыграно, мы видим, как по нотам. Здесь можно было и на Оделла отдавать, и на Линдберга. Так что вариантов было достаточно для Галиева. Отвечают на пропущенную шайбу переносом боевых действий на территорию соперника. И момент создается с острейшего угла. Бросал Стивен Кемпфер. Вот сейчас могло быть опасно, и шайба так прогулялась вдоль линии динамовских ворот. А здесь Джордан Вейл убирает на неудобную, затем перекладывает на удобную. Завоевали шайбу на коротком борту, и бросок Линдхольма с близкого расстояния. Есть возможность у динамовцев для контратаки, и Губнов смещается в центр. Здорово отправляет Ефремова, и тот зовущий такой. Вот сейчас Ведин смещается в центр, бросок поворотом, и ловит эту шайбу в белье. Конюков с острого угла. Это, конечно, ни в какие ворота. Но вот Джордан Уилл. Человек, который в огне, и человек, который поражает штангу. Здесь контратака еще получится. Якимов. Гол. Ничего себе. Казалось, Якимов не самое грозное продолжение нашел. Линия передачи была перекрыта защитником Акбарса, поэтому Якимов принял решение бросать. И оно оказалось верным. Шайба в воротах. И динамовцы увеличивают счет следующей встречи. Делал его 2-0. Но тут как раз тот самый случай, когда лучший пас идет в бросок. И Богдан Якимов увеличивает преимущество своей команды. Галиев снова на пятак, и снова нам подставлена клюшка, но захлопывает калитку в домик Белялов. Дальше нам жаркая схватка у ворот. Атака 3-3 может оказаться порисоваться. Кирилл Петров, хороший перевод в центр. И бросок от Лямкина, но Еременко. А вот здесь момент возникает у ворот Динамо. Линдберг и Оделл обычно дежурят. И контратака в меньшинстве. И подставлял Дыняк, да, и попал в щиток Еременко. Может бросить под передачу из-за линии ворот, но пока нет. Пока Оделл, и опять складывается Белялов. И Губнов не позволяет шайбе выйти из зоны, но Ефремова бросок, и Белялов спасает. Впереди нет, доверяет Виллу. Уилл на коротке с Панюковым. Панюков смещается в центр, бросок поворотом Еременко цепляет. Уилл теперь вывозит шайбу с неудобной и опять доставляет на пятак. Там опять нарушены правила. Сейчас контратака, двое против одного. Могут, да, убежать. Потеряли на чужой синей линии шайбу казанцы. Момент. И Белялов дважды выручает. Сначала Шипачев, потом еще Видин добивал. Вот момент. Шайба под воротами Белялова. И никак он не может до нее дотянуться. А когда дотягивается, то опять спасение для хит-парада. Шипачев, правда, настаивает на том, что шайба пересекла линию ворот. Шайба полностью пересекла линию ворот. Хороший гол. Вадим Шипачев. Кемпфер. Ух ты! Здорово, как Кемпфер. И это Тарасов. Судя по тому, что он единственный не празднующий. Ну и здорово сыграл Тарасов здесь. Достаточно непросто было подправить эту шайбу. Но он это сумел сделать. Видим, что он не радуется. Галиев на... Ой-ой-ой! Что творит Белялов? Белялов на скамейку запасных. Бросок Вилла, и 3-2! Вот этот поворот. Но мне нам казалось, что подправление было от Линдхольма. Но мне тоже так показалось. Сложный момент. И вот здесь. Да, вот оно, касание пятки. Там даже снежок осыпался с клюшки Линдхольма. А значит, касание было. Шайба забросана клюшкой выше перекладины. Не стекло. Не торопится Ведин, перехватывает, и в пустые, нет, он находит Шипачева, Шипачев по пустым обычно не промахивается, 2+1 у Вадима Шипачева сегодня. Ничего не оставалось, как просто поразить пустые ворота. На этом все, звучит сирена, 4-1, Динамо побеждает благодаря двум шайбам Шипачева.